Криминальные истории, громкие уголовные дела и запутанные расследования. В эфире программа «Сирена» и я, Ангелина Дикун. Сегодня в выпуске. Кто виноват и как такое могло произойти? В Лепеле убит двухлетний ребенок. 10 тайников с наркотиками в Бобруйске задержали закладчиков. Виновен. Суд вынес приговор подозреваемому в убийстве студентки в Кировском районе. 3 гибели за день. В Климовичском районе утонули дети. Завершился суд по делу об убийстве 19-летней Насти Талаш. Напомню, она была убита год назад, 29 мая. 7 июня ее нашли мертвой недалеко от автобусной остановки и дома ее одногруппника по Жилическому колледжу. 9 июня у него нашли вещи пропавшей. В трубе ее сумку и следы его обуви. Парня задержали по подозрению в убийстве. В тот же день он сознался. 18 января начался суд. Парень заявил, что во время следствия на него оказывали давление и заставили признаться в убийстве. На самом деле он невиновен. 21 мая в суде состоялись прения сторон. 29 мая суд объявил приговор. Молодой человек виновен в умышленном убийстве. Окончательное наказание – лишение свободы на срок 11 лет, 1 месяц в исправительной колонии в условиях общего режима. Родственники обвиняемого намерены обжаловать приговор в высших инстанциях. Они смогут это сделать в течение 10 суток с момента оглашения приговора в Могилевском областном суде. Страшное стечение обстоятельств. 26 мая на водохранилище вблизи деревни Соболевка Климовичского района около 13:00 было обнаружено тело 6-летнего мальчика. Чуть позже сотрудники освода сообщили, на воде в этот же день погибли еще двое. Установлено, что 6-летний мальчик находился на территории водохранилища со своим старшим братом. При проведении поисковых мероприятий спустя 3 часа после обнаружения первого погибшего в водоеме обнаружили тело 11-летнего брата. Известно, что место, где утонули дети, для купания не оборудовано, ограждено металлическим забором. Предположительно, один из мальчиков подскользнулся на плите и упал в воду, другой его спасал. Велосипед братьев нашли на берегу. 26 мая в милицию поступило сообщение о том, что на берегу технического карьера в Климовичском районе обнаружено тело 13-летней девочки. Установлено, что в этот день она находилась на берегу карьера вместе с двумя мальчиками, 11 и 12 лет. Девочка поскользнулась и упала в воду, потянув за собой одного из мальчиков. Оставшемуся на берегу ребенку удалось вытащить из воды товарища, однако девочку спасти не удалось. Мальчики позвали на помощь находившегося вблизи мужчину, который нырнул в воду и достал тело девочки без признаков жизни. По факту смерти девочки Климовичским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Спасатели напоминают, именно сейчас важно, чтобы дети и подростки были под контролем взрослых и не переоценивали свои возможности на воде, соблюдали элементарные правила безопасности. В Крупском районе егерь получил огнестрельное ранение в голову. Все произошло 26 мая, когда хранитель леса вместе с инспектором охраны животного и растительного мира проводили плановые мероприятия. По данным следствия, вечером 26 мая мужчины встретили в лесу охотника с ружьем в руках. На просьбу предъявить документы на оружие мужчина один раз выстрелил в голову егеря и скрылся в неизвестном направлении. Незамедлительно были вызваны экстренные службы. Следователи совместно с сотрудниками милиции и экспертами провели осмотр места происшествия. Вскоре стрелявший был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Потерпевший находится в реанимации. Сегодня стало известно о гибели подозреваемого. Обстоятельства его смерти устанавливаются, но у следствия уже есть предположение, что это был суицид. Смерть ребенка. На этой неделе в Витебской области мать заявила о пропаже сына во время прогулки в городском парке. Позже тело ребенка нашли в хозпостройке у ее дома. 23-летняя женщина обратилась в милицию 27 мая. Около 8:30 утра. В сообщении о пропаже малыша она описала приметы мужчины, с которым якобы видела ребенка. По тревоге был поднят весь личный состав РОВД, сотрудниками обследованный парк и прилегающая к нему территория. Опрошены возможные очевидцы инцидента. На поиск ребенка вдоль береговой линии озера и реки также были ориентированы представители МЧС. Дно реки обследовали водолазы. Силовики изучили записи с камер видеонаблюдения, установили утренний маршрут женщины, а также то, что она была одна, без ребенка. Для выяснения всех обстоятельств исчезновения на адрес проживания матери была направлена следственно-оперативная группа. Правоохранителям удалось найти ребенка. Тело находилось в хозяйственной придомовой постройке.
14 уголовных дел по 328-й. Только за май оперативникам удалось задержать несколько закладчиков. Они планировали сорвать куш, но в итоге угодили на скамью подсудимых. Сегодня каждому грозит до 15 лет за решеткой. 24- и 18-летние местные жители непродолжительный период времени работали по заказу интернет-магазина. Делали тайники с наркотическими веществами. За каждую закладку они получали в среднем от 5 до 7 долларов. Всего оперативники выявили на территории Бобруйска больше 10 тайников. Один занимался распространением гашиша и других видов наркотиков, второй – мефедроном. В отношении обоих возбуждены два уголовных дела по статье 328, часть 3. Срок наказания предусмотрен уголовным кодексом от 8 до 15 лет лишения свободы. Находятся в СИЗО, арестованы. К слову, 18-летний фигурант дела ранее уже привлекался по наркотической статье. Но должных выводов не сделал. Сегодня устанавливаются иные лица, причастные к незаконному обороту психотропов посредством закладок на территории города. Но это не все громкие дела последних дней по линии наркоконтроля. На днях оперативники с поличным задержали плантаторов. Мужчины выращивали запрещенные растения. Два жителя города Бобруйска, которые на территории Осиповичского района занимались выращиванием наркосодержащего растения конопля и в дальнейшем осуществляли реализацию на территории города Бобруйска. Мужчины задержаны. За свой бизнес они могут поплатиться свободой. Максимальный срок наказания – до 15 лет за решеткой. Тайник с экстази выявили правоохранители на границе с Российской Федерацией. У женщины нашли 100 килограмм наркотика. 38-летняя россиянка въехала в Беларусь через пункт пропуска под Брестом и следовала по красному коридору, задекларировав напольный кондиционер и электросамокат. При осмотре автомобиля таможенники выявили в салоне и багажнике авто специально изготовленные тайники. Там было 3 полимерных брикета с гашишем и 100 полимерных упаковок весом более 100 килограммов с экстази. Со слов специалистов, это самая крупная партия подобных психотропных веществ, выявленных на границе за последние 25 лет. Предыдущий рекорд был в марте этого года и составлял всего 10 килограмм. На россиянку заведено уголовное дело. Она находится в следственном изоляторе. В ответе за детскую гибель – безалаберность взрослых. В Октябрьском районе скончалась 10-летняя девочка. На нее обрушилась стена коровника. Известно, что ребенок отправился на ферму вместе со своим отцом. Установлено, что 28 мая около 18 часов работник хозяйства, управляя погрузчиком «Амкадор», при движении задним ходом зацепил проем ворот коровника, что привело к обрушению его фронтальной части. Обломками была травмирована девочка. Она находилась возле здания. От полученных телесных повреждений ребенок скончался. К слову, работник не имел права управления транспортным средством, так как ранее был лишен его за вождение в алкогольном опьянении. В ближайшее время будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, допустивших его к управлению погрузчиком. По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело по статье 428 «Служебная халатность». К другим новостям. В Беларуси массово гибнет рыба. ЧП уже произошло в водоемах Витебской, Могилевской и Минской областях. Так, в Полоцком районе мор, со слов специалистов, мог случиться из-за нехватки кислорода. Опасения по конкретному озеру в этом районе были еще осенью в связи с большим количеством рыбы в водоеме. Сегодня во всех случаях отобраны пробы воды для исследования ее на наличие загрязняющих веществ. Рыба собрана и направлена на ветсанэкспертизу. Бизнес вне закона. Житель Столбцовского района за 3 дня вырубил в лесу 242 дерева. Работал под заказ с помощниками. Что грозит нелегалу? Далее. Стоимость заготовленной древесины, а это 98 кубометров, оценивается более чем в 1000 рублей, а причиненный природе вред – в 10 тысяч. Теперь мужчине придется заплатить штраф и возместить весь причиненный ущерб. Не оставляйте детей одних. Республиканская акция по какой-то причине не стала поводом задуматься о безопасности одной из семей города. Из-за детской шалости сгорела квартира. Все произошло днем в многоэтажке на Орджоникидзе. Звонок в МЧС поступил в 15:00. Прохожий заметил, как из балкона 4-го этажа выходил черный дым. Спустя 5 минут на месте уже работали спасатели. На тот момент пламя распространилось на кухню, дома никого не было. Огнеборцам удалось быстро ликвидировать возгорание, а позже пошагово установить все обстоятельства злополучного дня. Молодая хозяйка данной квартиры 88-го года рождения была на работе. В это время ее старший сын, 7-летний Максим, находился дома. И, как правило, он бывает дома с бабушкой. Вот она забирает Максима из школы.
Вот. Но на данный момент бабушке нужно было, скажем так, отсутствовать и, там, по причине плохого самочувствия. Максим остался один дома, и со слов уже самого Максима, он хотел поиграться со спичками. Поигрался со спичками, он поигрался на балконе, нашел спички и, как говорил, позажигал несколько спичек и потом быстро убежал на улицу погулять. Эта игра закончилась печально. Пожар уничтожил имущество на балконе, кухне и полностью закоптил стены и потолок во всей квартире. И балконы этажами выше. Благо, ребенок не пострадал. Правда, сегодня, помимо материального ущерба родителям за оставление в опасности малолетнего, может грозить уголовная статья. Видео следствие. ЧП с трагическим исходом произошло в эти дни и в Лицком районе. В одной из деревень на территории частного домовладения случился пожар. У хозяев фермы сгорело 20 свиней и 12 поросят. Люди не пострадали. Если вы стали очевидцем резонансного происшествия, присылайте свои видео на номер 115-19-00, код 029. На сегодня это все. Берегите себя. Увидимся через неделю.